Всем привет, Blender 2.81, и в этом ролике хотелось бы сделать именно заставку для Army Men. Давайте посмотрим, как да что тут можно сделать. Итак, вот три бойца подгрузились именно с анимацией. Вот такая у них анимация, зацикленная на месте. Ходьба. Цвет, как обычно, у них зеленый. Хотел еще генерала сюда добавить, но он как-то не вписывается в эту картину. Так, единица на нампаде. Можно пока переключиться вот в такой вид. И давайте добавим сюда задний фон. Это Shift A Mesh и план. Так, тройка на нампаде. R перекручиваем план. G уводим назад, подставляем где-то вот сюда, вот так вот. Ну и давайте сюда подгрузим какой-нибудь материал. Так, включаем материалы, жмем новый и подставляем Image Texture. Нажимаем на папку. И находим, где эта текстура у вас находится, любая. Так, теперь смотрим, какой у нее внешний вид. Ну, вот такой вот камуфляж. Так, теперь транспозом можно все это дело растянуть, ну, чтобы прикольно было. Вот так подставить. Можно даже еще подальше ее отвести, сделать Shift-D, копировать, тройка на нампаде и перекрутить все это дело на низ, поставить. Жмем G, английское, и вот сюда вот так вот подставляем. Транспозом можно все это вот так вытянуть, сделать S побольше. Ну и подставить вот так где-то. Так, дальний план можно тоже немножко увеличить, чтобы он, ну, вот так будет прикольнее, наверное. Ну вот уже что-то. Теперь подгрузим сюда текст. Это Shift-A и находим текст. Семерка на нампаде. Shift, зажатое колесико, уводим в бок, заходим в табуляцию в Edit Mode, ну и Delete Backspace нажимаем и печатаем Army Men. Заходим в объектный режим, клавиша Tab. Теперь нужно толщину вот этим буквам поставить. Находим буквы, находим геометрии и ставим потолще. Вот так. Теперь добавляем материал. Материал пусть будет, не знаю, красный, наверное. И немножко потемнее и поярче как-то. Вот так вот. Тройка на нампаде. R английская. Вот так вот все это дело перетягиваем. Даже нет, наверное, Ctrl-Z. И применим вот это все дело, подсогнем курвой. Семерка. Так, выберем сначала еще фонд, именно шрифт. Нажимаем, смотрим, что тут есть. Ну, вот этот шрифт можно применить. Open font. Во, прикольно. Теперь конвертируем все это дело в mesh.
Так, конвертация to mesh. Добавляем Shift A, добавляем курва круг, сфера. Так, выбираем теперь именно буквы и находим модификатор курв. Нажимаем на пипетку и жмем на курву. Получается вот такая штука. Теперь применяем все это дело и удаляем вот эту курву. Delete. Выбираем буквы, перекручиваем, так, семерка на нампаде R, перекручиваем, тройка на нампаде R, перекручиваем, смотрим что да как, единица на нампаде G, подставляем вот сюда. Ну, смотрим теперь анимацию. Так, play. Ну, так все происходит тут прикольно. Так, камеру теперь выбираем. Семерка на нампаде. Находим камеру, G подставляем впереди, R английское перекручиваем, 0 на нампаде G, так, 0 на нампаде, тройка на нампаде, опускаем R. С помощью MOV можно опустить вот так вот, ну и поближе подставить. 0, G. Далековато, надо буквы немножко уменьшить. Делаем S. Вот так вот подставляем G немножко повыше. Вот так вот. Выбираем камеру. Тройка на нампаде R. Ну, опять же G. Чуть вперед поставим 0. G вот. Ну вот уже вид прикольный. Можно еще покрупнее взять. Давайте еще покрупнее возьмем. 0. О! Вот теперь будет классно. Сделаем анимацию теперь вот этой буквам. Так, сначала таймлайн поднимем. Переключимся на первый кадр. И уведем букву сюда. Прописываем и лок рот. Ставим буквы назад. Вот так. И на последний где-то, ну давайте, на 40-й кадр пока поставим. Назад уведем. И пропишем и. Так, сначала еще покрутить надо. R. Крутим, вертим. И прописываем и. Lock Rod Scale. На первый кадр. Play. Вот пошла надпись крутиться. И вот так она становится. Смотрим теперь вот в такой вид. Ну, ничего, прикольно. Ну, добавим теперь сюда аптечку. Файл импорт. Опш. Так, делаем ей S, английская. Можно сделать, чтобы она сзади вот здесь вот крутилась в надписи. Вот так вот. Так, камеру пока можно отключить. Делаем S. С
смотрим приблизительно, что это будет, так, чтобы фон не засирался. Ну, давайте вот сюда ее поставим. Так, 0 на numpad. S поменьше. G вот сюда подставляем. Семерка на numpad. Ставим на первый кадр. Выбираем аптечку. Делаем и Lockroot Scale. И на последний кадр ставим, чтобы она постоянно крутилась. R в эту сторону покрутим. Где-то боком вот так поставим и прописываем и Lockroot Scale. Смотрим, что получилось. Ну, вот аптечка крутится, надпись крутится, все прикольно. Так, на первый кадр добавляем теперь ствол. Это будет так. Автомат Томпсон. Так, импорт. Опс. Делаем автомату S. G подставляем где-то вот сюда. Ну и еще немножко S. Семерка на numpad R. Перепишем вот эту привязку. Set origin to geometry. G подставляем где-то сюда. И немножко S еще уменьшаем. Так, 0 на numpad. Корректируем. Ну, нормально. Так, автомату тоже нужно назначить цвет, материал. Ну, пускай будет какой-нибудь песочного, что ли. Или тоже пусть будет красного. Вот так. Так, немножко G вверху. Так, буквы есть. Автомат. Вот сюда. Семерка на numpad. И жмем, опять же, первый кадр. Выбираем автомат. Пишем и Lockroot Scale. И на последний кадр ставим. R. В эту сторону покрутим. И Lockroot Scale. Так, 0 на numpad. Так, все классно. И где-то вот здесь давайте надпись теперь уберем. Так. Куда бы ее закинуть? Ну, прописываем и Lockroot. И давайте ее немножко уведем куда-нибудь вот сюда. Ну, где-то вот так. На 52-м кадре уводим назад. Семерка на numpad. Ну, пусть будет и Lockroot. Так, смотрим. 0.
Все крутится, вертится, надпись появляется, уходит назад. И давайте добавим танки. Файл импорт. Уменьшаем, делаем S. Так, чуть-чуть побольше их. Семерка на нампаде R. Теперь G. Пишем I. Локрот. Переводим вот сюда. И локрот. Ну и немножко его давайте семерка на нампаде. R. Разворачиваем. Так, сначала вот здесь его развернем. И блок рот. Ну и на вот этом кадре пускай он вот сюда вот выезжает. Так, добавим материала теперь ему. Ну, смотрим теперь. Так, прописку не так сделал я. Так, вот этот танк, вот этот будет вот здесь. И локрот, семерка на нампаде. Здесь теперь удаляем вот этот кадр. Delete. R перекручиваем. Так, пишем и локрут. Ну и на последнем кадре. Так, вот этот кадр тоже пока можно удалить. Ну вот сейчас вот поехал танк.
Ну что, так прикольно. Давайте настроим теперь освещение. Смотрим, так, камеру можно включить. Лифт, свет включить. И поставим солнце. Поставим где-то 4000. Так, семерка на нампаде. R, G, переносим освещение за камеру. Немножко R, 0, во. Так, слишком затемнились. Вот так вот. Ноль. Камера G. Ну, можно еще, конечно, я и камеру санимировать. Так, что попробуем? Так, это вот все крутится, вертится, заполняет фон, уходит назад. Тут появляются танки, самолеты, вертолеты. Итак, вот такой вид. И вот отсюда можно прописать камеру теперь. И клок-рот. Уводим ее чуть назад. Так, теперь. Ноль на нампаде. Тройка на нампаде. Уводим дальше эти. И G. Вот так. Немножко поближе. Во. И пишем И. Клок-рот. Так, ставим, смотрим. Ничего так прикольно. Все, теперь делаем рендер, сохраняем, и получается вот такая простенькая заставка. Все, всем пока.